Северный поток 1 остановлен. Оператор трубопровода Nord Stream AG прекратил прокачку газа в Европу сегодня в 7 утра по Москве, объяснив это плановым техобслуживанием. Ожидается, что Северный поток вновь заработает 21 июля. Впрочем, хотя Канада и согласилась вернуть из ремонта газоперекачивающий агрегат, на Западе опасаются, что поставки не возобновятся в прежнем объеме, а то и вообще. Северный поток 1 всегда обслуживается летом. Трубопровод останавливается, обычно на 10 дней. Но учитывая линию поведения, которую мы видим, не будет очень удивительным, если они найдут еще одну маленькую техническую неисправность и скажут: мы не можем запустить его снова, мы нашли кое-что во время ремонта. Вот и все. Так что в этом отношении ситуация определенно затруднительная. Из-за высоких цен за первые 6 месяцев текущего года потребление газа в Германии снизилось на 14%, а на прошлой неделе немецкие депутаты приняли закон, позволяющий вновь вводить в эксплуатацию закрытые в рамках перехода на чистые источники энергии угольные электростанции.